Добрый день. Очень-очень быстренько сниму вам видео. Сейчас буду вот эти листочки, которые большие, старые, с осенью, убирать. То есть я обрезала куст осенью коротко. Там высота сантиметра 4. Пошли боковые побеги в пазухах. И вот эти старые листья я всегда убираю аккуратненько, чтобы не травмировать побег. Вы можете взять ножницы, отрезать. Вот это вот все тоже побег убираю. Тоже побег убираю. Видите, они очень легко отщелкиваются. Так, и вот этот. Во-первых, это мне не эстетично, во-вторых, идет сильное испарение влаги, что мне сейчас неудобно. Вот что у меня получилось. Так, так, так. Дальше по мере роста на каждых 3-4 сантиметра я буду проводить прищипку. Это остановит рост побегов, замедлит, чтобы куст не был огромный к весне, и будет он пушиться.